В своем отчете аким района подробно рассказал о работе. Затронуты такие вопросы, как освоение бюджетных средств, привлечение инвестиций, развитие сельского хозяйства, предпринимательства, занятости. По итогам прошлого года объем привлеченных инвестиций в район превысил 33,9 миллиардов тенге. Из них объем частных инвестиций по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,8 раз. Объем промышленного производства составил 46,4 миллиардов тенге. В сфере животноводства открыто 13 цехов, а в промышленности 4. Что касательно строительства, введено в эксплуатацию более 27,3 тысячи квадратных метров жилья. Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы охвачено свыше 1500 человек. За 2019 год уровень фиксированной безработицы составил 0,3%. На сегодня действует 5081 субъектов малого предпринимательства. Выросла доля действующих субъектов малого и среднего бизнеса на 73,4%. Ими создано 1450 новых рабочих мест с ростом по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза. В 2019 году в Бурабайском районе введена в эксплуатацию новая IT-школа на 800 мест и интернат на 135 мест. Также укреплена материально-техническая база на общую сумму 52,3 миллиона тенге. Новой мебелью оснащены 11 школ, для 8 учебных заведений закуплено техоборудование, в 5 школах установлен спортинвентарь. По состоянию дорог мы разработали дорожную карту по среднему и капитальному ремонту, включая до 2025 года. И в этом году нам из областного бюджета выделяется 428 миллионов тенге на средний ремонт городских дорог. Сейчас мы ведем работу по программе государственно-частного партнерства, там немецкие компаньоны, которые на 1,9 миллиарда запланировано у нас тоже ремонт дорог, ремонт строительства дорог вместе с благоустройством, с освещением улицы, с тротуарами, с ливневыми канализациями. В этом году мы также с местного бюджета выделили 28 миллионов на разработку проектно-сметных документаций по капитальному ремонту водопроводов. В 2019 году было продолжено строительство 16 туристических объектов. Объем инвестиций составил 19 миллиардов тенге. Асет Азаматович поделился планами на текущий год. В ближайшее время в райцентре будут реализованы 7 крупных проектов. Как отмечает аким, будут приложены все усилия для повышения показателей плана. Зарина Дюсекеева, Айжан Актаева, Дархан Сагын, Кокчи Акпарат. 13 тысяч.